43 миротворца ООН взяты в плен на голландских высотах, спорной территории между Сирией и Израилем. Речь идет о филиппинских солдатах. Их захватили боевики, связанные с Аль-Каидой и подконтрольными ей группировками. Похитители обещают отпустить солдат, если армия Сирии прекратит бомбардировки позиций повстанцев в районе города Эль-Кунейтра. Сейчас там идут ожесточенные бои. Ранее исламисты атаковали местную погранзаставу, расстреляв 20 сирийских солдат. Получили контроль над КПП. Сейчас над блокпостом развивается флаг Аль-Каиды.